Всем привет! Итак, что новенького на Доме 2 и за периметром? Организаторы Дома 2 подтвердили закрытие двух проектов «Остров любви» и «Спаси свою любовь». Этих передач нет уже и в ТВ-программе, начиная с пятницы. Что станет с сейшельскими участниками, пока непонятно, а ССЛовцы просто перейдут на шоу «Дом 2». Алина Галимова рассказала, что станет с сейшельскими зверюшками. Пес Сейшек, говорит, летит в Украину. Кошка Ева тоже пристроена в семью к родителям Никиты Моисеева. Они живут на Сейшелах, имеют небольшой бизнес. А мякиши лютые неизвестно, пишет. Надеюсь, что их определят кому-то из местных. Свинка Настя и курочки, возможно, доедут до фермы, а может и нет. Безусловно, мне их жалко. Но я же не мать Тереза. Ну, как я поняла, свинку Настю и курочек, скорее всего, пустят на мясо. Гелемонах и Степан Менщиков в прямом эфире Инстаграм намекнули на уход с проекта. Говорят, что взрослым людям на проекте действительно не место, ну а подробности мы узнаем из эфиров. Поговаривают и о причинах ухода Менщиковых. Во-первых, ребятам не понравилось, что их лишили уютного жилья. ССЛовский дом решено отдать семьям Черно и Дмитренко, а остальных перегоняют в общий дом. Также, по слухам, Степан попросил организаторов увеличить зарплату и не нашел отклика в их сердцах. В общем, Степане и Степановне крупно повезло. Малышка будет расти на свободе. Савкина говорит, что ее сын Богдан уже забыл Илью Ебарова. Не прошло и месяца. Богдан редко вспоминает отца. Слово «папа» он почти не использует в речи. На эфиры с Ебаровым уже не реагирует. Малышом сейчас занимается бабушка Таня и няня. Также Богдан ходит в детсад на 2 часа 3 раза в неделю. Савкина, оказывается, считает себя незаменимой. Она пишет, что после ее ухода на Доме 2 начались глобальные перемены. «Мой уход произвел революцию на Доме 2. Закрыли остров, закрыли ССЛ, сделали эфиры платными. Это ваша вина, участницы, потому что вы неинтересны. И бывшие без меня сходят с ума. Бегают ночами, чтобы меня обсудить». В общем, Алена Рапунцель была последней яркой звездой на небосклоне Дома 2. Еще в сети много обсуждают, конечно же, Олю Рапунцель, ее дочек. Слова Ольги, сказанные в эфире, разбирают буквально по кусочкам. Ее реплики мгновенно становятся крылатыми выражениями. Например, вчера Рапунцель в разговоре с Димой забыла имя старшей дочки. Она толкала речь на тему того, как она поменялась, что у нее другая жизнь. «Тыкают прошлым, когда я уже поменялась. У меня две прекрасных дочки на руках, два маленьких ребеночка, одна на груди, другая малышка». Василиска вспомнила потом имя. «У меня муж, любимый, родной, дорогой, и мне припоминают мое прошлое. Это просто абсурд какой-то». И Василиса отожгла сегодня в ССЛ. Оля и Дима заметили, что дочка в странной позе смотрит мультики. Залезла на стол, села на корточки, закряхтела. И когда девочка отказалась пересаживаться на стульчик, то родители и заподозрили неладное. Она, оказывается, сделала большие свои дела в памперс. Василиса подтвердила догадки родителей, говорит, воняет, воняет. Папа Дима взял любимую доченьку на ручки и понес отмывать. Вот она жизнь звездной семьи во всей красе. Неужели сидя дома, а ребята, получается, работают на дому, свободного времени у них хоть отбавляй, нельзя быть внимательнее к дочке и при первых же сигналах, покряхтываниях посадить ее на горшочек. Так незаметно раз за разом и приучится, а то ведь дикость какая, где присела, там и горшок. Также показали ночную истерику Василисы. Ольга даже и не думала успокоить дочку, она только выговаривала Диме. Говорит, не надо ей мультики включать, только психику ей ломать. Идите в детскую. Я тут Софией занимаюсь, идите в детскую. Получается, что мультики ломают психику ребенку, а вот жизнь под камерами – это норма. Дима, кстати, опровергает сплетни о беременности жены. Он просто тогда в эфире оговорился. Хотел сказать, что жена у него кормящая, а произнес беременная. Но девочка у них обязательно будет рано или поздно. Черно опять взвесилась на тех же самых весах, которые вчера показали 150 кг. Она говорит, что вес это правильный, весы рассчитаны на 180 кг.
И вот за одни сутки она сбросила целый килограмм. Говорит, о, килограммчик, отлично. Возможно, на дорожку пока не буду ходить, тяжеловато. Также Саша недовольна работой мастера, которая наращивала ей реснички. Ругается, матерится, говорит, день испорчен. В рот я, три часа лежать на кушетке, делая ресницы. И по итогу не сделав. Три часа не жрамши пишут, шутка ли? Кто следит за жизнью Ирсана Гибаловой? Рано она похвасталась, что продала свой загородный дом. Сделка по продаже сорвалась, и Ирина Александровна отменила переезд. Но мебель она вот потихоньку распродает. Вчера спальню продавала и картину. Захар Саленко, который недавно хвастался своим бизнесом, он занимается недвижимостью в Сочи, собирается возвращаться на дом 2. Надеемся, что он шутит. Стою и думаю, пишет, не вернуться ли мне на дом 2. Руководство шоу «Бородина против Бузовой» извинились перед Лерой Фрост за то, что озвучили непроверенную информацию. Якобы Лера встречалась с Саленко в то время, как он был с Яной Шафеевой. Мы опровергаем эту информацию через наше шоу и приносим свои извинения. «Любить меня я не прошу», – пишет Лера, – «но уважать придется». На этом все, подписывайтесь, будем сплетничать.